Мнение было. И о чем-то подходили, беседовали, я вижу, с вами. Баптисты приезжали вчера к нам. Конкретно ни о чем не беседовали. Просто так, вопросы какие-то. О чем? О жизни здесь? Ну так, конкретно ни о чем. Ну просто какие-то. А не о спасении, не о Библии. Да нет, нет. А я-то беседовал, это у них, видишь, настаивают, что мы спасены. Я говорю, откуда же у вас уверенность? Уверенность будет, когда в рай войдешь, как Памба видел. Вот видит, душу ангелы несут. И уже рядом, он говорит, наконец-то. Он говорит, нет, подожди, оттуда из двери рука взяла душу и дверь закрылась. Вот теперь спасен. Ну вот я это читал, что я уже это читал, да. И вот смотришь на них как-то это, вот, что Анатолий Кузьмич, как запечатанные какие-то. Да. Вот больше ничего не надо. А почему бы чуть-чуть исследование не начать? Mm-hmm. Вот что держит. Хотелось бы спросить, ну, своих вот этих молодежь или как, в таком неведении, и вот парень-то молодой с вами вцепился, да. И больше ничего не знает. Не знаю, два стиха и один стих знает, а следующие стихи вы ему говорите, он их как будто не читал. Да. Я вот так никогда конкретно не сталкивался, а вот вчера тоже увидел. Он не слышит. Я ему говорю, что это надо смотреть. Ну, открывай Библию, смотри. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения, для. Обычно не говорится, иди туда для чего, просто иди. Для прощения грехов. Так прощаются? Нет, не прощаются. Почему? А он замкнутый на этом. Потому что крещение недействительное. У них крестят положение во гроб, на спину опрокидывают. Где вы такое крещение видели? Мы крестимся в смерть. Считай послание Павла к римлянам. В смерть его, в смерть. А он умер стоя. Даже внешне неправильно. А уж о церкви говорить, откуда вы взялись. Да что до 17 века не было христиан, а верили-то не так совсем. Ни поста, ни креста, ничего нет. Только верь. И все. К вере надо еще и дела. Вера без дел мертва, ибо бесы веруют. Так-то это, мне никогда не приходилось, ну так, чтобы столкнуться, именно увидеть воочию. А вчера точно так оно и есть. Вот. Что вот спасен и все. Даша, развиваться не надо. Совершенно. И все на этом застыло. Развития нет никакого. Исследования действительно. Я православных не сравниваю, там вообще они ничего не знают. А даже они и то. Один стих выучили, второй тут же уже не видит. Но они многие свидетельствуют, вот в интернете смотришь ролики, что они об этом говорят. У нас говорит, все засохшее. И потом они только в православие приходят по этой причине. Они осознают, что засохшее все у них. Сплю сколько развития хочу, нет. Ем что хочу. Ну то есть никакого нету развития-то. А я считаю, я говорю, ну ладно, я думаю, что так. А теперь я встретился с другими-то. И в сравнение вошел, побыл там в монастыре. Я остановился. И посмотрел. Так я-то никто совсем. Ночью, да не один раз. Я сейчас рассказывал, когда мусульман-то спросили. К вам могут вселиться или нет? Нет, говорит, он говорит, три раза только ночью молимся. Говорит, он говорит, или с ума сойдет, или будет подобный нам. Так и здесь. Я думал о себе так, а пожил в монастыре и увидел я никакой еще. Никакой. Я могу похвалиться Господом, где он поднял, где он меня подтолкнул, а он с собой еще. А это нет, все. Вот, вас спроси, зачем бреешься? Даже один вопрос, почему ты без пояса, никогда не ответит. 109 раз в Библии говорится без пояса, с поясом, а без пояса только один раз. Один раз в отрицательном смысле против врага. Ты собираешься только идти на фронт, как подпоясываешься, не хвалишься как. Потому что на поясе висело оружие, как вот пистолет сегодня висит. Они приезжают, вот, я думаю, не с той целью, чтобы нас переманить к себе, а просто он говорит нам. Интересно ваша деревня как-то вот. Да, может, конечно. Что люди по духу схожи с ним и могут выслушать спокойно. А до этого они были в Ребрихе, и говорит, в центре встали, там поют. Уже подъезжает полиция. Уже да. Кто-то на них да. Это. И он поехал объяснительную писал. Да. А сегодняшним законом, вот это вот, это очень серьезно. Если этого не было, речь идет о закрытии общины с регистрацией там. Но у них регистрации каждый день, это и штрафы. Громадные штрафы. Поэтому мы собрали общину, приняли решение и выдали документы
на одной стороне регистрация отдела юстиции, а на другой такой-то, такой-то, прошел у нас полное обучение, и мы можем ездить говорить. К нам претензий нет. Подошла милиция, мы показали, извините, все. А у них нет этого. Они не регистрированы. И поэтому их будут давить штрафами. Это, ну, им и нравится здесь. Тем более мы нигде против-то не говорим. Что можно сказать, мы отдельно скажем. Тут они говорили о Христе. Евангелие у вас есть, они знают это. Везде спрашивают, вы не из Потеряевки, говорят. Вот приехали, я думаю, зря приехали. У нас все это есть, их песни есть, все да. есть. А что приезжать? А, понимаешь, Слово нет. Божие мы слышим, там читаем. Но может, они это до конца все не знают. Во-первых, мы слышим то, что они не слышали, не знают. Но они знают, надо идти благовествовать. А куда? Кому? Да, мы еще раз спрашивают, а можем мы еще приедем? Они, видишь, все говорят, что у вас необыкновенная община, необыкновенная деревня, вот да. что вот поэтому. Везде вроде православные, другие там как-то в штыки, а тут вроде бы. Видишь, как вот, Володя, общее. Люди такое. Привыкли этими штампами мыслить. Да, да. Вот поехал да. патриарх, договорились, нейтральная территория, в аэропорту, в Гаване, встретился с Франциском. Как поднялись, выступает епископ Лонгин. Не поминать патриарха, этот форпост, который есть. Там монахи, там этот Карелин, ну, все там. Ну, а вы еще молчите как? Я выступил тоже в интернете. Я говорю, а я ничего не нашел у патриарха, он ничего не сделал. Католикам давно все продано. Крестить не можете по-католически, бритые такие же. Вы еще сгомозились-то? Он ничего не подписал, ничего этого не было. А он подошел под благословение. Я бы подошел, я признаю его священство. Но это не означает, что я одобряю то, что инквизиция была. Да. Или еще что-то. Ну, надо маленько-то, нельзя так это, трафаретно. Вот он сделал то-то, то-то, то-то. Вот они к нам приезжают, а поехали-то и сигналили, и машут рукой. Дальше будет разговор по теме. Да. Главный вопрос о церкви. Церковь была или не была до 1639 года, когда первая община в Роджерсе появилась, баптистская? Они не хотят об этом говорить. Он говорит, вот этот, который да. говорит, ладно, мы не спорить приехали, мы давайте Христа прославим. Они боятся спорить, не то что спорить, а боятся свою вот эту вот обнаружить глупость. Да, он стал говорить, а мы не спорим. Я говорю, у меня вообще лозунг, никогда не спорит. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я тебе место писания, он подошел, говорит, я ему ответил. Почему ты дальше это не разъясняешь? Простое дело, крещение. А ты, пресвитер, от кого у тебя рукоположение? Никакого и нету. Лежу. Леонид дорогой будут говорить. Вот мы беседуем в городе Фрунзе. Баррикадная 34. У Павла, брата. И там были Кушнарчук. Иван Андреевич, это Данилович приезжал. А сыновья его и он уехали в Америку. Мы беседовали о тысячелетнем царстве, все, и о крестном знамени и об иконах. А мать их опоздал, а я не знаю, сколько их брата 4, пятого-то зарезали прямо в доме, считай, знаешь, да. Ну, стали говорить, она только зашла, а вот вы креститесь, вот не требует служения рук человеческих, а они, мам, мы это все уже объяснили, нам это все объяснили. Я говорю, Павел кому объяснял? Афинянам, скажите, а там были христиане до Павла? Не было. Ну, а кому бы он говорил, что не совершаете крестное знамение? Кому бы говорил? Как можно вывешивать светофор на острове, где ни одной машины нету? Для чего нужен светофор-то? И мигал бы он сутками. Ну и дальше. Я говорю, тысячелетнее царство началось на Голгофе. Для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Скажите, он разрушил или нет? А в чем разрушил? А если не разрушил, вы говорите, дьявол так все делает. Тогда это не Христос был, а обманщик. Ну давайте договорим. Ибо отсей обманщик, будучи жив, говорил, что воскрес на третий день. Да, да. Но они не приняли. Теперь, мне он по этому, как сказать, я не знаю, в скайпе или по телефону, звонит из Америки и говорит, где-то мы далеко были, машина сломалась, братья уехали за детали, там, а я остался один и ночевал. И вечером там где-то лес, видимо, я гулял, и вдруг припомнилась наша беседа. Я думаю, если братья вспомнили, так если тысячелетнее царство не наступило, а оставьте расти то другое вместе, а у нас за 1000 лет раньше возносятся. Что же мы делаем-то? Они, он один. Прошло 20 лет, и он один, так что слова, которые вчера слышали, они мимо не пройдут.
И он, я говорю, теперь всем доказывает, еще это царство началось тогда-то. Вот. А закончится за 3,5 года до рождения Христа. Время, когда он будет развязан. Время до пришествия Антихриста. Ага. Вот, вы говорите, до рождения Христа. До Христа, 3,5 года. До Христа. Закончится за 3,5 года до Христа. Тысячелетнее царство. Время Антихриста. До пришествия. До пришествия. И он один был там, и в это время семечко дало росток и выросло в дерево. Да, главное, с бородой. И мои, говорит, дети все одеты прилично, а баптисты тут, даже, говорит, мы с ними общения не имеем. И красятся, и в штанах. Вот и все ваше. Здесь страдали, крепились, уехали, разложились. Солженицын пишет, вот, а да, там то Тенно, другие там, которые перечисляют. Все крепкие были. Вернулись домой, говорит, в течение 200 лет все перемерли. Организм сбросил себя, напряга никакого нету. И поэтому сказать, что сегодня в данный момент нам лучше. Приехали, они вреда нам не принесли никакого. Но они могут рассказывать, что православие это не то, что они привыкли, что не знают Библию, то другое. Я говорю, а мы к вам приезжали, вы из Табунов, да? Я сказал. Табунский район. Да? Да он тогда, так это не у нас, не у самих, Табунский, да. Я, а Игорев отец нас привел туда, у них там мы были. И созвонился с пресвитером, ни под каким видом встречи нету, ни под каким видом. Я говорю, вот и все хваленое ваше. Мы вам даем слово, вы говорите, поете. Я приехал к вам в гости, ну, почему же не встретиться-то? Вы тему изберите сами, мы побеседуем, что вас интересует, иконы, спасение. Нет, это говорит о том, что вы уже белый флаг выбросили, даже не выйдя из дому. А Анфиса-то далеко? Дома. Позови ее, мы ее спросим, что-то они отдельно с ними там говорили. Добрый день. Добрый день. Ну, расскажи, что они вчера к вам подходили? Ну, спрашивали про нашу молодежь. Ну, первый вопрос, как нас зовут, какой возраст. Еще. Спрашивали про нашу школу, куда мы собираемся дальше поступать, сколько здесь классов, и на кого. Рассказывали про семьи, что у них в семьях по 12, 13, 15 детей в семье. Для меня это было очень удивительно. Ну да, это так. Ну, мне понравилось. Скромные, хорошие девушки. Косы у всех. Да, вот именно что. Косы у всех такие красивые. Ну вот наши любимые. Стояли все до одной в платочках, они без платка резко видно. Стоят наши братья все с бородами, все там без бороды. То есть, ну, где-то, где бы они ни были, разницы не увидишь. А тут резко просто они стоят, засняли. Я посмотрел сейчас и... Да, почему я спрашиваю? Такой. Потому что они со мной беседовали, а вас-то я не видел. Вы... Лиза-то вместе была, да? Угу. А еще у тебя спасение, там не было вопросов? Нет. А, они боятся. Ну, хотя нет, мы, они расспрашивали про собрание. Ну, мы говорим, что у нас служба, каждую субботу и воскресенье после службы есть занятия. Они спрашивали также, поем ли мы на занятиях песнопения. Ну, мы сказали, что нет, только на концертах во время праздников. Да. У нас там часто поют, потому что... Да, там... на службе мы поем. Да. Ну, на службе, это да. На службу, если мы не можем менять. Так и на богослужение, это еще и проповедь Златоуста. Да, вот сказали это. Вот так, так что... У нас благословение. И кроме того, это слова, которые на нашем богослужении, это... И далеко до них расти. Они возвышены, превыспренны, пренебесные слова. И благословение священства, истинное причастие. У вас этого ничего нет. Вот это сказать. У нас тело и кровь, а у вас только воспоминания. Они любой хлеб приносят, печенье там распечатали, печенье переломили, дали. Я говорю, а почему виновен против тела и крови? Не знаю. Так воспоминания дома делайте тогда. Тут Саша Мухов ездил, Галю причащал.
все время. Это человек, на которого... Этот мужчина, это проходил, который... Он говорит, ну а вы приобщаетесь? Вот, да. Я говорю, ну, к дарам. Я говорю, ну конечно, ну как, у нас вот причастие. Мы перед этим постимся, готовимся, потом исповедуемся. И, значит, соответственно, да. Потом уже батюшка решает. Нет, это не мимо. Что приехали положительно, были расположены, их нигде так не встречали. И они это понимают. И община такое они не увидят. Я говорю, все сознательно пришедшие, как видели эту общину. Люди, которые ходили на занятия, уверовали. А детей крестят. Я говорю, да нынче баптистская семья крестилась, двое ребятишек. Ну, какой возраст. А как так? А как, говорят, уверовал стражник и крестился он и весь дом его. Лидия уверовала, крестилась весь дом. А что, весь Израиль был бездетный, а у вас по 13. Да так нету. А с чего вы взяли, что они все бездетные? Это весь дом. А кто весь дом-то? В дому-то, ну, ясно дело, не одни кошки, собаки. В древности тем более это было привычно, да. Что многосемейные. Ну, то такое все поверхностное, такое прямо, ну, немножко. Они, если для неверующих людей, конечно, они будут что-то говорить. А если уже, которые более-менее, мы действительно с детства и порой... Я сознаю. Был в лагере, когда отбывал, и до этого был барнаульский Володя Фирсов, их как пресвитер. Я беседовал с начальством, свидетельством, они говорят, о, а тут был баптист, у нас совсем не так. То есть они, он не может ответить, и к ним как-то расположение Бог, как-то нету. Написано, когда пути человеку угодны Богу, он и врагов его примиряет с ним, Соломон говорит. Зачем это? Почему думать так? А это враг. Вот, допустим, меня первый раз привезли, вот кончилось время мое, санкция прокурора кончилась в 80-м году. Я выхожу, встал на колени, это, у тюрьмы, молиться встал, гляжу, машина подходит, подполковник КГБ Никулин Юрий Михайлович, следователь, какой у меня был. И сразу баптист, это когда я сказал, о, так это вы их сотрудники, я говорю, по каким признакам я сотрудник? А почему? Он матери моей сказал, когда она была на приеме, он говорит, вашего сына я верну домой. За ним ничего нету. И он когда пришел в комнату, мы помолились на второй строительной, и он говорит, мамы-то уже не было, то там. Он говорит, я вашей матери обещал вернуть, я свое слово выполнил. Я что могу сказать? У меня его сейчас нет уже, полковник. Вот в отставке был. Болел там что-то. Вот. И он говорил и выполнил. Это хорошее качество, да. И когда он пришел и мне написал, что вот это вот, ну там я про архипелаг ГУЛАГ-то. Я говорю, ну, освобождение, я говорю, я не принимаю это, я хочу быть здесь. Он так подошел к окну. Ваше место, Игнатий Тихонович, там, там тысячи людей вас слышать будут, а здесь, что за мразь, кому? Представь себе, такие слова, с чего ради бы он говорил-то? Значит, действительно, его сердце было расположено. Ну, да, все равно, но... человека. Ну, Бог делает так. Я пришел, у меня большая сумка, и магнитофон в ней был всегда. А тут я не положил только решение 22-го съезда КПСС туда. И вот они внизу, значит, прием ведут, и а сумку оставьте там, у матери. Я говорю, нет, она со мной будет. Ну, оставьте. Никак. Это у вас запись там идет. Там. Я говорю, а под столом-то у вас там жучков сколько наставлено-то? Вы что же пишете? Нет. И когда он уже стал, ну беседовать мы так не можем. Надо бы оставить. Я тогда раскрываю. Смотрите внимательно. Открыл решение. И написано, через 20 лет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Так, извините, я говорю, я уже в коммунизме. Вы ко мне не имеете права уже прикасаться. Ох, как они тут это засмеялись. Ну, надо и юмор знать, что такое, и как сказать. А не так. Баптисты меня сразу объявили, я сотрудник КГБ. А сейчас пустили, я давно уже сотрудником ЦРУ являюсь. ЦРУ. Ой-ой-ой. Вот такое, знаешь, железобетонное, застывшее состояние. Ну да. Если ко мне он по-хорошему отнесся, я говорю, представьте, я в аэропорту. Ну, аэропорт. Много людей. Рядом стоит епископ. Русанцев, епископ, регалии у него. В это время подходят люди и по-английски говорит, мы норвежские журналисты, а можно вас сфотографировать? Пожалуйста. Он, к епископу почему не подошел, а ко мне? В аэропорту. В Киеве мы были.
Идут японцы, они меня под руки с двух сторон схватили и на паперть по ступенькам держат за двух сторон. А те скорее чакают, а сами хохочет стоят. Почему? А знаете, вот у вас вид такой, а я что, в сапогах, гимнастерка на мне была, мешочек за спиной. Им это дорого, близко. Ну, я что буду упираться, да я не хочу что ломаться, да. Полицейский подошел, где два здания свалили, торговый центр в Америке-то. Он подошел и сфотографировался. И говорит, знаете, по-английски говорит, у нас будет все хуже и хуже, а Россия поднимется. А сам такой вот под эту вышку, у них там набирает таких. Это Бог делает так, почему он расположен? Чем проще ведешь себя, без всякой хитрости, без камня за пазухой, да. Ну Бог же открывается. Потому что фальшь, она всегда видна, все равно просматривается. А если действительно убежденный, настоящий человек, он, конечно... Я Златоуста конспектировал, у меня было такое состояние, там третий том, шестой, когда жил в Искитиме. Я в это время, у меня внутри, кажется, не помещается, я закрою, а сам конспектирую его, ни магнитофона не было, ничего. Выйду на крыльцо, но до того мне охота поделиться с кем-то, никого нет. Я помолюсь на крыльце, вернусь, дальше конспектирую. Какие слова он говорит? Мне никогда этого, до этого не додуматься. Вот, допустим, такое, кто такой друг? Друг – это второй я. А когда он толкует, матерь, все сын твой. То есть я сын твой, а теперь это мой друг, теперь он сын. Это второе я. Вот такие вот выражения у него. Или толкует в год смерти царя Озии, видя Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, края Рисиона, наполняли храм. 6.1 Исаия. Что там толковать-то? В год смерти царя Озии, он эти слова 6 проповедей говорит. Я когда прочитал, у меня порошинки того нету. И как я могу, а как баптисты все смехнули, мы никого не судим. Как не осудили? Вы 1600 лет праведников отвергли. Благодать Духа Святого, которая была дана им, никого не признали, ни одного. Я сам, мне открыто. А я молюсь, Бог откроет, я не сомневаюсь. А как откроет, ты сравни. Одно место Писанию противоречит другому. Ну да. А почему? Очень он был прокаженный, его не изгнали. И Бог отнял благодать от всей страны. И пророк Исаия не мог проповедовать. Я когда прочитал, ой-ой-ой, да никогда бы мне не додуматься до этого. В год смерти царя Озии. Вообще, деяние апостола. Слово деяние апостолов, кажется, 6 проповедей, говорит Златоуст. А так, говорит, название не совсем точно. Деяние Духа Святого. В апостолах. Ох, как это возвышенно зазвучало. Я им говорю, баптисты, о молитве. Вчера два места, как с нами было, а о молитве пропели. Но они никакого внимания. Говорю, чрезвычайное обстоятельство, как было в Турции, попали в руки мафии русской. И как было в Швеции, вообще безвыходно. Я никогда в жизни, кажется, не был. Никому не нужны. Машина мертвая, нигде никого нет, одна дорога. Все туда, маленько машина пройдет, другая, нигде ничего нету. К кому обратиться? Что делать? Груженная машина, литературой, собака. И Бог, одно за другим вдруг мысль приходит пройтись туда. А там человек, и он выезжает уже из дома куда-то, ни раньше, ни позже. Стали говорить, он нам поверил. По-английски говорили, давай вызывать полицию. Полиция до нас доехала, развернулась и уехала. То есть проверили, правильно ли это. Маленько погодя, уже приезжает полиция. Дальше начинает. А потом фотографируется с нами полиция. И дальше, так, у вас деньги есть на это? Это большие деньги стоят. Я говорю, а сколько? Ну, 400 почти евро. Так, вызываем эвакуатор, деньги покажите. Я ему деньги показал. Все, за нами эвакуатор приехал, погрузили. Ну, а дальше пошло. Я чуть не 2000 евро заплатили, пока до Калининграда дотащили. Это надо было переплыть, и все волоком, через Литву, а оттуда уже знакомая. А знакомый оказался в Испании, созвонился с друзьями, прислали эвакуатор. Я посчитал, за эвакуатор платить ровно в 100 раз больше, чем своим ходом. А на выхода никакого нет, деталей-то у них таких нету. Они все осмотрели, вот так вот показали, мертвый, ничего нельзя. Там сломалась шестеренка передачи какой-то, говорится, внутри мотора. Да, и когда мы были в Нижнем Новгороде, они там говорят, это не наша деталь, это ульяновские поставили мы нам. Там, вот представь, мы стоим, огромное здание, пятиэтажное, ну, автозавод.
Нас дальше не пустили. Мы стали здесь у двери, говорят, выйдите там, это, тут мешаете вы. Я говорю, отошли, давайте молиться. Вот дошли до этого. Нам, я говорю, нужен главный инженер, главный конструктор, директор. Да кто же вас примет? Я говорю, мы не будем разговаривать. Стали, стоим, молимся. Стали, пока молились, глаза открыли, стоят перед нами. Они самые. Сразу дали механика, тот в машину сел, проехал, дали указания, корреспондентов вызвали. Те идут нас накормить. Это что такое? Это Бог. Я знаю силу молитвы. Только то, что с нами было. Оказались где-то русские есть. Созвонился один этот швед. Русские пришли, а русские там, и главное, Людмила и Надежда, две матушки. И оказалось, у них ехать в Россию, им русские деньги нужны, а там нужны кроны. Мы тоже прям у них и разменяли. И опять эвакуатор, и тот, который до туда довез, Карл Руя, который-то повез дальше. Вообще, это одно к одному вот так вот слеплено. Начни раздирать, ни одно звено не вытащить. И притом мы совершенно никого не знаем. Ничего нету. Механики там такие, вызвали еще более мощные. Все рассмотрели, нет, говорит. Было благословение Божие. Я поэтому вчера и хотел сказать о живой молитве, о силе, как у православных, они не слышат. Я гляжу, они совершенно опустошенные. Они не знают этого, они не были. Вот они выехали. Ну, они выехали, сколько тут там будут. Зачем им где-то ночевать-то они? Еще и нет, где, я не знаю, там ночуют они или до дома доедут. Мы-то ведь выезжали не на один день. Вот представь себе, приезжаем в Лиссабон, Португалия. Ни одного человека не знаем. Кому звоним, нету. Николай сидит за рулем, это кручина у нас. И вдруг едет, и маленький отрожек улицы, он вот так раз поворачивает. Я потом спрашиваю, Николай, а почему ты повернул центральный? Он говорит, не знаю. Ну ты хоть был здесь? Конечно, нет. Ну чего ради ты повернул-то туда? Глядим, сидят три мужика. Видно, что пенсионеры. Подъехали. И один из них прекрасно говорит по-английски. Мы стали разговаривать. Я говорю, знаю русский храм. Ну, говорит, мне ехать с вами надо, говорит. Это стоит 20 евро. А денег нет. А нам дали большие 500. Их никто не меняет. Боятся. Обычно 100 евро, а 500 это у них коронные. А он говорит, а вот этот, он говорит, не понимает, что мы говорим. Ну, я ему сейчас расскажу, говорит. Он вам обменяет. Он посмотрел, ну, настоящая книга. Он ему сказал, это купюра. Он пошел, тут же разменял, мы ему 20 дали. А у него собака огромная, такой док или кто у вас, кто, я говорю, самец. Тогда это могут подраться отдельно. И он довез нас прямо туда. А у них в этот день престольный праздник. А у них до этого было Геннадий Фаст. И когда спросили, а кто вы такой, я сказал, назвал фамилию. Он сразу с той стороны туда выходит, за пивку несет, просфоры. Меня тут же в храм, скажите народу. И тут же стал диакон или кто там тарелку держит, так, люди, что-то, кладите сюда. Никого не знаем. Вот этот поворот руля, это кто твоими руками делал-то? Я могу рассказывать чудеса. Притом я не один, это Витя и Николай Павлович Кручина. Как это может быть? А как? Мы едем, и на наш сайт ролик показали. Мы включили его, Великобритания, стоят баптисты, такие маленькие ребятишки у них, и крестятся. Я никогда не видел. Господи, благослови миссию Игнатия Лапкина, они едут, их сохрани. Они нас в глаза не видали. Это как может быть? Я показываю, когда ролик-то не мы же ставили, там видно адрес-то откуда пришло. Это Бог делает. Когда мы отсюда поехали, в Новосибирске нам сказали, у вас что-то там задержка, документы. У нас паспорта нету, мы не можем ехать вообще в Шенгенскую зону. Задержало посольство. Я говорю, дайте знать, что мы туда едем. Мы в посольство. Посольство, да вас на пушечный выстрел не допустят. Я говорю, а мы молимся. Пришел отцу Кириллу Тасахову, сказал, он говорит, нет, там не пускают. Отец Кирилл. Живая вера, живой Бог, ответ на молитву. Пошли, и нас приняли. Вышли, фотографируются, я им книги подарил. Понятно? Это нельзя сделать. Никакого блата нету, ничего нету. Ну, конечно, мы объявили, все молились у него, люди. И отец Кирилл все это пропечатал. Но, говорит, устоять я не мог. Игнатий сказал, говорит, надо ехать. Приехали. Нас никто знать не знает. И вдруг сообщают по телефону. Ждите, сейчас выйдет.
И мы все это сосняли. Я рассказываю только про одну поездку. Интересно, в одном месте мы были, лесополоса, и там траншея, и маленько уже заросла. А потом дальше я посмотрел, какой-то знак о нас не касается. Мы начали, чтобы нас не видно было, мы в траншейке развели костеро, это как я делаю, раскопали. Утром смотрю, близко, там опаха, но нигде нет. Это идет мощная у них газовая труба, чтобы никого рядом не было. Мы на газовой трубе там устроили ужин. Утром-то, когда разобрался, ребята, что мы натворили-то здесь? Засыпать скорее, добежать отсюда. А как-то ехали в одном месте еще тоже. Никак не можем найти, где съехать с трассы. Наконец съехали. Первая лесополоса за нее. А уже стемнялось. Где дров, не знаю. Я сижу, копаюсь там, это, траву-то разбираю, гляжу, маленькая поленница лежит. Самая настоящая поленница, ровненькая, вот так вот. Напиленная лежит в траве, а трава закрыла, и даже днем бы мы не нашли. И тут же сразу выкопали, у меня траншейка такая маленькая, выкапываем. Дальше сверху решетка, и оно внутри как котел, совсем немного. А один раз ехали, выехали, Кемеровская область, кажется, уже. Выезжаем, уже стемнялось, ну не съехать нигде. Там горы, здесь вода, ну никак. И наконец Николай говорит, там вдалеке, видать, лес. Я свернул. Свернул, и дальше лес этот объехал и остановился. Остановился, вышли, пока головой так крутил, остановился, так смотрю. Наша ямка, где мы туда ехали, останавливались. И на самое, именно на ней, вот так вот, на таком расстоянии. Ну, что-то корешетку положил и готово дело. Разве это не чудо? Притом темнота, не знает. И Николай не помнит, что мы тут останавливались. Но я гляжу, это наша стоянка. А что это, милость Божия? Мы своего не искали. У нас тоже были неурядицы дорогой, это из-за меня. Они купят рыбу, а я дорогая, не ем. Я говорю, у меня задача до дома довести, чтобы деньги на бензин было, они купят. Один раз купили целая плита мороженого, как-то плита там такими пакетиками заморожена. Я ни одного мороженого в рот не взял. Задача моя до дома дотянуть. 440 тысяч на бензин ушло. Это не 2 рубля. А они-то, ну они не главные финансисты. И я считаю, что это тоже от Бога было. И все равно мирно было, и доехали, это очень много значит. И вот эти вот можно было поделиться, сказать, как Бог любит, любит Бог всех, но как Он особенно благоволит тем, которые целиком для Него делают что-то, а они этого не слышат. Конечно, песнопения, но я бы спросил, а песнопения вот эти, хоры, Бог посылал где-то в Новом Завете? Нет. Пели только один раз, мы встречаем Павел в вузах, когда темницу потрясло. Один раз. Ну, хорошо, но не было этого. Миссия всегда состояла из 2 человек. Из 2 там, ну и остальное, которые вели. Ни миссионерские отделы нельзя создать. Это труд Духа Святого. А сегодня везде миссионерские отделы, самые такие непримиримые. Слышать никого не хотят. Миссия это означает... Слышать голос Духа Божия, что Бог повелевает, надо идти или не надо. Вот этот главный вопрос. Как у одного мусульманина, шейх у них, ученый, один решил насмеяться и говорит, там назвал его, уважаемый, а сколько у лошади ног? А он верхом сидит, он говорит, подожди, слез с коня, так, одна нога, вторая, 3, 4, 4. Так а ты чего не знал? Знал, говорит, ну раз спросил, я подумал, что одной ноги нету. Какой-то вопрос задал, он говорит, не знаю. Вы не знаете? Я не знаю, надо ли тебе отвечать. Я этот вопрос еще не решил. И вот это все в нас, это я беру от мусульман. Мне сильно нравится. Но помешает это знание? Нет. И вот он что-то другое там подыскивается, там это ерничает, ну, подначивает тебя. А ты подумай, отвечать или нет. Мы как-то идем с работы, а линия железнодорожная-то у меня рядом была, на второй строительной там. И за нашим сараем сидят там мужики, выпивают. А мы по линии идем. Надежда Васильевна. Эй, борода, здорово! Надежда Васильевна мгновенно. Побрили свои бороды, то теперь еще... Я говорю, что ты делаешь? Ты что ты делаешь? Ты? Не за то. Я остановился. Добрый день, безбородые. Все заулыбались. Ты понимаешь, нет?
Зачем ты это? Как это так? Он же вытер бутылку, огреет тебя. Да, да. Какие слова сказать? Ты посмотри, ты видишь, какие они есть? Да. И он, у него улыбка, оказывается, еще есть. Как этот фильм «Давид-то» смотрели, он в лагере ребенок-то вырос, и он улыбаться не мог. И когда девка-то встретила, девчонка-то, он улыбнулся. Я улыбнулся. Он чувствует, какие-то мускулы ожили. Он не мог улыбаться нигде. Не, он не знал, он видел только, как убивают, как что делают. В лагере. Mm-hmm. Из лагеря бежал в Болгарии. Видел, нет? Нет. Давид называется. Да, я Давид. Дуайт. Это очень так пользительно. Один ребенок и бежать. А мать была живая в Дании. Ему надо бежать было с Болгарии в Италию. А он на разных языках уже разговаривал. И там переплыть. А документы у него спрятаны были, охранник один к нему был расположен. И как он идет через Швейцарию, Германию, там, и, наконец, очень трогательный фильм, надо посмотреть. А у тебя есть, Алеша? Нет, нет. А можно завидеть. Это в компьютере, в интернете. А можно сказать, может, потом как-нибудь. Как он идет на разных языках, как его люди где-то пытаются, там где-то подозрили, что он украл. Ему есть охота в одном месте. Он стоит и так вот. И как бы улыбнулся, он говорит, мать, еще вам в туалет надо? Ну да, понимаешь выражение, да. В одном месте мы разрешили что-то отнести, он отнес, он ее вырвал, ему копейки дали, он хлеба купил, хлеба. И вот думаешь, ребенок, ему сколько там, лет 11, нет, меньше даже. Представь, какой путь проделать. И наконец находится человек, он ко всем с подозрением относился. И она рисовала. Бабушка, у нее сын умер. И он с ней как-то близко расположился даже. Ну так. И он боится рассказать о себе. У него документы какие. И она вызнала у него все-таки, кто он такой. И она дальше книга. А мать написала книгу. Эту книгу видит. И она поняла, что это о нем написано. О мальчишке. Что его там арестовали тоже. Ну и дальше уже посольство работает. И он летит. А у него родителей не было, что ли? Родители. Арестованные в ГУЛАГе. Ага. В ГУЛАГе. Но ей, как не охранник, ее любил, и он помог ей бежать, а начальник один. А он ничего не знал, он был только с товарищем, он даже украл мыло, а тут мыло стали искать. Ну мыло где взять? А спрятать некуда-то. И он тогда этому другу лучшему отдал. И друг-то его сразу. Я своровал, его тоже сразу застрелили. Пачка, кусок мыла обыкновенный. Падает мыло, катится. И он говорит, почему так люди живут? Почему? Она ему говорит, не все люди такие. Бабушка, которая рисовала, его привела. И она говорит, есть люди хорошие, большинство, семьи. Они живут так. Есть и плохие, но жить надо. И она в него эту искру поселила. И он в храме там пришел, в католический храм, как сидит первый раз, видит полицейский, подошел, он в глазах на него косит, а полицейский ему улыбнулся, и он тоже. Мне что-то это... Так трогательно. Люди заботят от нас. Через фильмы пытаются вот это умение сочувствовать. Да, а дети живут, эти наши, они ничего этого не знают. А покажешь, когда смотри. И как он все терпел, как он в трюме прятался. Ну ладно, мы пойдем. Ну давайте. С Богом. С Богом. Да. Это больше пользы для них, наверное, что вот они приехали. Конечно, и они это понимают. А у нас больше есть. Мы уже... Да, мы ничего не скрываем. И они понимают, что такой православной общины нет. Они это отлично знают. Мы нигде этого не видели. И вот православные знают Писание. Да мы не просто знаем, а мы знаем с толкованием святых отцов. А они-то не знают. И когда начинаешь беседовать, они другим это несут. Возьми, вот я тебе Кушнарчук рассказываю, как кто это думал, 30, 20 с лишним лет, и вдруг семя дало росток. Он как-то вышел, там телефон, одна бабушка наша, ну, это у меня в 15-м томе, 74 свидетельства, кто как пришел к Богу. И там телефоны всех. И он позвонил, Николай-то это, с Америки-то, и так это вы писали, он говорит, она говорит, я, а вы баптисты, не церковь, вам надо в церковь явиться. Он до того удивился, бабка, и она сразу начала рассказывать ему, что такое церковь. Как? Потому что занимались с ними. Поэтому ты 15 том, если открытым оком будешь считать, я говорю священникам, вы попробуйте так, чтобы ваши прихожане написали, как пришли к Богу и в общине. Чего они вам напишут-то?
здесь все различное. Там написано, как Мария ваша, то есть ее тоже есть, Севастьяна есть, а всего 84, кажется. Это же все перед Богом. Курочки, бабушкины. А вчера вечером, видно, заблудились и вот выйти не могут. А ночевать-то где? Они вот на крыльцо залезли и там прям за ночь, ну все это, нагадили там. А я утром-то выхожу, там все уделано. Я их сейчас выгоню. Я пришел домой, а за крыльцо ступить нельзя. Все крыльцо у меня тоже так же. Любина, и Любе говорю, Люба, ко мне гостей приехало 17. До того понравилось, они у меня даже на кресте стали оправляться. Вот это мои гусята. Я говорю, ну да. Я их сейчас выгоню туда. Давай. Ну-ка, давайте, выходите. Давайте.